Всем привет, друзья, это канал Morgan Games. Мы продолжаем Dark Souls 3 и начнем сегодняшнюю серию с Храма Огня. Что тут мне, знаешь, захотелось поговорить с Юрией из Лондора. Что мне кажется, что она что-то может мне сказать по поводу убийства мною пилигрима, который маскировался там что-то под чашей, и из него еще выпадало нам заклинание мимикрии, что-то такое, короче. Мне кажется, что пилигримы, что на нее работали, то есть Йоэль на нее работал, тот, скорее всего, тоже. Я его замочил, не знаю, она знает об этом уже или нет. А может, она ничего не скажет. Подожди. Ты отвергаешь бремя власти. Что ж, мне больше нечего сказать. Прощай. Твое правление было недолгим. В смысле? А из-за чего? То бишь, это мы реально потому, что убили пилигрима? Ну, пиздос. Ну... Твою ж мать, нам походу нельзя их вообще трогать, этих пилигримов было, а кто ж знал-то? А я вот что-то чуйка какая-то меня посетила, и я подумал к ней сходить, короче, мы все просрали, мы бремя власти полностью слилось у нас в жопу. Я не знаю, честно говоря, я, может быть, когда-нибудь буду эту игру опять по второму разу проходить, потому что она интересная, в принципе, у меня есть планы там... пройти ее в будущем на новой игре плюс, может быть, даже не в одиночку, может быть, тогда я и попытаюсь еще раз, но будем знать тогда, что ж поделать. Вот такая у нас с вами получилась небольшая несостыковочка, неувязочка. Ну, печально, конечно, что поделаешь, но будет как будет уже, ладно. Тогда, получается, эти метки можно даже будет поснимать, фиг, надо они нам, не надо они нам уже, если у нас бремя власти отвергнуто. Ладно, пока похожу еще с ними, а потом, если что, мы их поснимаем. Так, я и хочу еще отдать... книги о пиромантии этому чуваку, которые можно отдать именно ему. Передать фолиант изолита надо отдать ему, походу. И хранителя могил. Это фолианта темной пиромантии. Он погружается в такие глубины человека, где горит недосягаемое пламя. Я сам не могу осознать эти знания, не говоря уже о том, чтобы обучать тебя. Ага, то есть это он не принимает. Это заклинание запрещено в Великой Топи, да и практически везде. Только тот, кто испытывает бесконечную печаль, может приблизиться к пониманию этого. Но я понял, чувак, там же нам говорили, типа, женщине какую-то надо отдать, но этой женщины пока я сроду вообще не видел ни разу. А если изолита? О, что это у нас здесь? Фолианта пиромантии из изолита. Значит, тебе удалось найти источник пиромантии. Блестяще. Мне больше не придется проклинать себя за то, что я состарился и превратился в нежить. Так-так, покажи скорей. Давай объединим наши силы. Первобытная пиромантия, известная одному лишь мастеру Саламану. И что теперь? Что у тебя появилось? Картуса, это у него было, это было, пот был. Большая огненная сфера хаоса, вот это вот стопудово оно, выстреливает гигантская огненная сфера хаоса. Хорошая, кстати, штука, надо будет как-то у него прикупить. Шторм хаоса поражает все поблизости столпами огня хаоса. Я такое, помню, еще использовал в первом Dark Souls. Можно будет у него взять, но оно пока дорогущее, пока у меня как-то жаба поддавливает. Вот, блин, ну слышь, так просрать-то концовку эту, самую крутую вообще, блин, концовочку просрали из-за того, что тупо кто-то нам подосрал, просто написал, что типа там этот стоит пилигрим, а я взял и херанул, я же не знал, что пилигримов нельзя херачить. Вот, бляха, я так бы прошел бы мимо и не знал бы там, что там кто-то стоит. А я же понимаю, если там кто-то стоит, мне надо, блин, эти руки просто чешутся, просто руки, блядь, хотят туда ударить и кого-то там убить. Ладно, что уж теперь... Печаль печальная, еще долго буду это говорить, но тем не менее, ну, играем дальше. Главное посадить всех на троны, а там уже посмотрим, что за концовку мы сами выберем. Вот, ладушки. Я хочу еще ему что-нибудь передать, и тут и взять у него чего-нибудь тоже. Большой молот старого короля мне не нужен, мне надо какая-то магия. Прах ложа хаоса. Выпускает пламя хаоса, выжигающее окрестности. Это, конечно, хорошая штука, но у меня не хватает... А почему не хватает? Погодь. Ща хватит. Ща все будет. А ну-ка, давай-ка принимаем душу. Хотя бы одну. О! Ща все, ёпта, хватит. Ну, давай-ка транспозиционируй. Так, меч фарона. Тут меч фарона и меч волчьей крови, походу, был, да? Меч волчьего рыцаря.
Давай, короче, сперва вот это возьмем. Остатки ложа хаоса, породившего демонов, выстреливает пламенем хаоса, которое выжигает окрестности. Родившиеся в огне демоны несли в себе его природу и исчезли быстро, так гаснет костер. Человеку уже удается поддерживать пламя по сей день. Короче, это я беру. И мне остается только душа. Душа, короче, это волчьей крови. Но тут дело в том, что я не буду ни то, ни другое использовать. Может, ее просто как бы поглотить и все. И не ебать себе мозг. Фиг его знает, честно говоря. Но пока не буду поглощать. Пока что не хочу. Пока что у меня еще такого дефицита в душах страшного прям нет. Отдавай, еще отдадим бабке эти экскременты. Пускай она там посрет, сядет на клизму, короче, все дела. И нам навозных пирожков испечет. А, вот это чем могу быть полезно. Ну-ка давай, сера, не бабуля. Потрясающе. Передай-ка мне этот прекрасный пепел. Прекрасный? С кем ты шутишь-то? Да превратится пепел сей в кал. В твою силу. Надеюсь, новые товары придутся тебе по вкусу. Блять, какому вкусу? Ты их сама пробовала-то хоть нет? Хотя ты-то можешь попробовать. Ты-то бабка, тебе пофига. Я молодой еще Иисус. Мне еще как-то еще не все равно, что есть. Блять, это что такое? Навозный пирог на веревке? Похоже на кусок геморроя, честной жопы. Пиздец, что она продает? Подсохшая кучка экскрементов, из которой торчит не до конца переваренная растение. Фу, блядь, фу. Бросайте его врагов позади вас, и они окажутся под воздействием токсина, которого, впрочем, не избежите и вы. Ну, естественно, блин. Говно на всех попадет. Строго говоря, это не совсем то же самое, что обычный навозный пирог, но отбросы, они и есть отбросы, разбираться в них вовсе не обязательно. Фу, блин, я лучше вот это возьму и не буду парить себе мозг. Все, бабуля, не поминай лихом. От тебя воняет, я пошел. Ага, Ashed One. Все, ладно, давайте, не знаю, может, как бы поскорбим немножко о том, что мы просрали такую концовку. Так или иначе, я планировал проходить NG+, потому что ни у одного как летсплейщика, вот редко кто проходит на ютубе NG с плюсом, потом после основной игры, я планирую проходить, возможно, не сам. Поэтому еще раз говорю, что мы постараемся потом уже эту концовочку таки разрулить. Вот, естественно, игра уже будет проходиться намного побыстрее, чем вот сейчас мы с вами тут толпимся, все обсуждаем, все читаем. Короче, там будем просто рвать и метать и просто прорываться с боем. Просто у нас все будет очень-очень быстро. И, надеюсь, эту концовку мы тогда уже не просрем, ее вам покажем. А пока что, ладно, давайте идти дальше, нас ждет Эритил. Пойдем сперва на болото, пойдем посмотрим, что там за чудовище нас ожидает. Вот, после той многоножки. А потом уже пойдем туда, где был этот темная тень из Лондора. Оставайтесь с нами. Так, мы снова в Эритиле и пока что вернулись опять-таки на наше болото. Мы побежали в прошлый раз вот сюда, в эту арку. Там у нас кухня. А не бежали мы вот туда. Сейчас посмотрим, что у нас там. И что такое? Бля, муха, как вы, блин, намекаете прям, чтобы я жрал этот зеленый цвет? Но не хочу пока его как-то употреблять, не знаю. Как-то мне пока и без него спокойно. Так. Там он, тварь эта, сидит. И как это я сразу ее не заметил? Или подожди, или это не тут? Или тут? Нет. Многоножка была вот с той стороны. Вот там он ближе к воротам. Типа к входу в это болото. А, так не, подожди, многоножка была вот там, походу. Это ж тут чудовище должно быть какое-то. Только какое? Там вон личинка стреваляется, дохлая. Живая, нет? Алло? Твою мать, на! Не залеживайся! Фу, блин! Какая ты уродливая, противная и мерзкая. Ты тоже туда же. Уваливай. О! Как всех разрулили, это хорошо. Личинка, здорово. Что это ты слышишь? Личинка. Ты что, уже копыта, что ли, откинула? Точнее, не копыта, а свою эту вот... писюльку. Ай, подожди, это нога? Это нога. Смотри, это нога. Вон там, он, видишь, если присмотреться, пальцы есть. Фу, блин, то еще одна мерзость.
мощное лечение. Это я уже как бы догадываюсь, что это такое, но все равно прочитаем. Так. Великое чудо, доступное лишь самым высокопоставленным клирикам, восстанавливает много здоровья чудотворцу и тем, кто рядом. Лишь немногие смогли в полной мере овладеть этим великим трудом, но те, кто справился, вознаграждены более чем достойно. Приколи. Блин, вознаграждены. Да и какой награды у нас теперь не будет? У нас не будет концовки узурпации огня в этой версии прохождения. Ну это жопа. Ай, только вот этот вид может меня реально успокоить. Вот хорошо, что это случилось в Эритиле. Хорошо, что я только сейчас узнал, типа, что я не смогу добиться той концовки. Потому что иначе бы я тут все бы разъебенил бы. Ком бы выкинул в окно. А так я смотрю на этот вид, и он меня успокаивает. И так еще все это не кажется страшным. Ну, честно говоря, блин. Сниму. Сниму еще потом, и еще потом мы это все и так запишем, и так еще покажем. Я только одного не могу понять. Там было написано, что чудовище какое-то страшное в той стороне. В итоге это чудовище оказалось двумя какими-то странными многоножками. Мы их ушатали. Ну и как бы больше все там некого ловить. Я не пойму вот этого загона. Почему было такое мне там сообщать, что там прямо аж так страшно? Я еще говорил, типа, такой, знаешь, арена такая большая, тут явно какой-то босс. Кто тогда, спрашивается, разорвал того чувака, который мы видели вот на кровавом этом пятне? Вот тут же мы где-то видели, что чувака прямо аж вверх-вниз там шматовали, расшвыривали, раскидывали. Это я не знаю, что это, кто. Ну вот я везде тут обходил и никого как бы не нашел, не знаю, без понятия. Мне кажется, нас просто подло обманули. Хорошо, а вот это что такое? Чего вот это? Вот с кем он сражается, спрашивается? Вот с кем? Может, тоже многоножки, типа? Потому что просто больше некому. Какие-то камни. Чё ты делаешь, чувак? Ну? Ха-ха, нифига себе. Чё-то немножко равновесие потерял. Не, без понятия, короче, тут никого нету, давайте просто тогда побежим дальше. Побежим туда, где нас убила эта бледная тень. Или может сперва завернем, посмотрим, что там еще дальше. В этой башне. Или фиг знает, что это такое, какая-то церковь. Давайте посмотрим, что у нас пока тут, дальше за этим костром. А потом вернемся назад и дадим бой фантому. Тут спуск, нифига себе. Куда он ведет? Опять эти невидимки. Впереди клад. Ну, клады я, конечно, люблю. Главное, чтобы там реально был ценный клад. Эй, куда? Куда они бегут? Алло, ребята, куда меня заманивать? О, слышь! Все с вами понятно, уроды. Конечно, блин. А, блин, сзади, сука. Ну, одно хорошо, что не так обидно, хоть души не просрали. Ну, много душ не просрали, потому что мы их потратили на прокачку. Не, пока давайте-таки вернусь я к тому месту, где нас убила тень, а потом уже сюда. Вот что мне больше всего поразило и понравилось, то, что эти серебряные рыцари, они не воскресают. Их больше нет, мы их убили, они разовые, приколи. Разовые педрилки, хорошо, это уже легче. Это мне такой склад по душе. Я пока не возжигаюсь, потому что темная тень пошла нахер, я хочу сперва собаку шатать. Они мне мешали. А ну на. А ну на. Следующий. Ох ты, гад. Ай сюда. Вот так вот. Так, а теперь давайте тень вызывать. Чё такое? Чё там такое? Кто там палит? А, эти невидимки. Еще и маг. А маги, они же, как известно, вызывают остальных. Лучше тихо держаться к ним поближе и не давать это сделать. Сюда иди. Опять собака! Задрала ты меня! Слышь, иди ты нахер! Вот какая-то странная собака, чтобы меня ушатала! Да ну не в жизнь! Ну ты понял. Я сосу у собаки. Фу, как это... Алексей Панин, походу, обзавидуется. Фух, мы почти это сделали. Блин, эти собаки нам мешают. Тут еще, короче, под деревом мы ништяк не забрали. Большая душа, аллилуйя. Это нам полезно будет. Фух.
Там еще наши души, короче, надо не просрать их как-то. И мага ушатать. На. Все, надеюсь, все. А то как-то вы подзаебали. Это что такое? Сколько вас? А тебя тоже собаки охраняют, да? Сколько? Да, блин, тут куча этих магов. Твою мать. Мы под обстрелом, мы полностью под тотальным обстрелом. И что хочешь, то и делай. Одна фляжка. Тут демон-ворон. Обосраться. Пошли, короче, хоть как-то, не знаю, воевать с ними. Ай, бляха. На. Спокуха. Кто там за мной бежит? Беги сюда, урод. А, это собак. А я думал, ты демон-ворон, слышь. Что-то как-то мы спутали. Собака еще на картах сидела. Да быть того не может. Вот тут же сидел кто-то. Походу, собака и была. Жестяк. Ладно, толку, что я их сейчас пытаюсь убить. Все равно мне надо сперва ушатать бледную тень. А потом только уже их. Потому что без бледной тени ничего не имеет смысла. Надо сперва дать ей бой. А для этого нам надо быстренько сейчас возжечься. Все, и ждем вторжения. Знать бы, где эта падла вторгается, чтобы сразу удары по ней наносить. Вот просто вот, когда она вторгаться начинает, ты уже ее херачишь. Где ты, сука? Вот. Сюда, где падла? А ну на. Приветствую тебя, бледная мать твою тень. Ты бледная, сука, тень. Вот тут дерево, это хорошо. Прям очень хорошо. Ах, нихера не хорошо. Подожди. Да пошел ты. На. Ой. Думаешь, будет легко? А кому сейчас легко? Сюда, сучка. Сюда, сучка. Ух ты, бляха! Ага. Ну! Че, убили? Я думал, я его заморозил. Думал, обморожение вызвал. А мы его убили. Как-то просто все. Когти голема. Блин, хоть что-то хорошее в этой серии. А то как-то со всей этой просираловкой узурпации огня мне совсем грустно. Как-то вообще, блин, поддерживайте, что ли, не знаю, комменты позитивные пишите. А то я знаю, конечно, что просрал, что сейчас будет все типа: «А, Морган, как ты мог, за дела, блядь. Хоть бы, блядь, уже там довыполнил до конца, блядь, это все здесь не так сложно-то было». Я знаю, но что поделаешь, просрали, потому что нас какой-то долбоеб написал. Там Пилигрим, я думал, Пилигрим враждебный, вот ударил его и пошел его дальше бить. Это было, знаешь, это состояние эффекта было. Я его убил в состоянии эффекта, все. Оправдан. Это я штамп поставил, типа еще и молотком таким, как на суде, стукнул. Типа все, меня выпустили под залог. Че такое? Сансис. Блядь, иди ты, сиська какая-то вторглась к нам. Я только что убил, блин, бледную тень. Тут еще кто-то вторженец пришел. Ты мне тут нахер всрался. Я тут про когти, между прочим, читал. И намерен продолжить читать, поэтому иди ты в жопу. Надо как-то заховаться, чтобы он меня тупо не увидел. Так, теперь читаем про когти. Так. Оружие бледных теней убийц из Черной Церкви Лондора. Искривленные когти вызывают обильное кровотечение. Когти можно надевать на обе руки. Быстрый шаг позволяет зайти во фланг или тыл врага. Короче, знаю, что это такое. Что-то это тут сиська какая-то вторглась к нам. Может, ее магией захерачить? Попытаться ушатать ее с помощью магии. А подожди. У меня ж семя гигантов есть. Вот теперь ты попала, сиська. Сейчас тебя твои сиськи быстро и сожмут, и выжмут. Ну, и где ты? Вот не понимаю, он спереди или сзади вторгался? Что такое? Это кого там сейчас? А, это на нее уже нападают. Сейчас всю карту нам тут зачистит. Ну и хорошо. Блин, тоже на нас нападают. Маги, сволочи. А где же эта тварь бегает, а? Мне вот что интересно. Сука. Тихо-тихо, Сансис там находится. А ее там херачат, походу. И где она? Она, походу, там в замке где-то вторглась. Ну и дебилка, блин, мы вообще далеко. Мы можем не волноваться, ее там завалят сейчас. Большой осколок титанита. А мы-то души получаем, смотри. Правда, я не знаю, кого она там убивает за нас. Но, скорее всего, таких же, наверное, просто темных этих невидимок. Ой, это что такое?
Сансис, ты опоздала, смотри, только что бежал за нами. И что ты будешь теперь делать, вызывать нас? Ага, в жопу иди. Можешь не надеяться. К этому пришли. Это срез, да? Это явно какой-то срез. Это срез, я помню их-то где. Сейчас мы ее заманим, сейчас мы заманим, и пускай все, короче, на нее рвутся. Хей, сам ты хей. А, это баба, слышь? Это бабеха. Хей. Вот тебе, сука, хей. Ух ты, нихера себе, хей. Хей, так сильно не бей. А то я тебе дам хей. Ага, ага, конечно, да, конечно, конечно. Блядь, иди ты нахер с своим хей. Ведешь себя как гей. Ну подожди. Да блин, ну конечно у тебя рубанина такая. Чё ты она слышит, чем она закалила свой меч? Жируха, блин. Ботанша конченая. 20 косарей за тебя просрал. Так, мы добежали за кадром снова до этого места. Я себе пока сделал чай, потому что что-то уже как-то мне немножко суховато стало в горле. От всех этих потасовок, сражений, короче. Мне все уже надоело. Уже тут надо босса этого искать, понтифика, и давать ему звездюлей. Давай пока вызовем лифт. Я, в принципе, пока возвращаться назад не намерен, но пускай лифт будет вызван. На всякий пожарный, мало ли. Может, будем от кого-то убегать. И давайте посмотрим, куда эта лестница ведет. А там что, подожди, внизу. Внизу нифига не видно, непроглядная темень. Так. Тут надо остерегаться этих магов, потому что они же на каждом шагу. Насколько я уже смог понять. И невидимки тоже. Поэтому лучше всего вот так вот перекатами тут лазить. Иначе можем запросто с вами попасться. Ох, нифига себе там он. Грязюка бежит. Нифига себе, Анор Лондо, во что ты превратился? Тут раньше была чистая река, сейчас тут куча экскрементов. Фекалиев плавает. Так. Это мы куда пришли? Это что-то похоже на, знаешь, на какой-то собор. Я угадал? Нет, ну там, блин, опять эти невидимки, как они задрали. Все-таки сиська, которая к нам вторгалась, она этих невидимок косила. Там он, вижу, ништяк, но, скорее всего, я смогу добраться на тот этаж и так, типа через лестницу, нет? Или да? Задолбали. Давайте по одному вылазьте. На. Кто там, блин, кидается? Слышите, сейчас как кину? Блин. Еще один. На. Спокойно. Тут твою мать. Откуда он летит? Нифига, он там на самом верху, их там два. А на лестнице еще один, сука, сидит. И там он сидят. Надо их как-то повыманивать, чтобы... Тихо, тихо. Обморожение. Спокойно. Сюда давай. О, обморожение на их тоже действует, это хорошо. Блях, нихера себе. Да смотри, тут их куча, мать его. И меня, что ли, убили? Как, когда они успели-то, ну? Так вообще нифига не честно. Невидимки херовы. Ладно, хорошо. И все-таки давайте посмотрим, вот просто мне интересно, что находится такие вот здесь вот с этой лестницей, потому что души все свои я просрал, меня многоножки убили в канализации, ну жесть. Я даже не добежал до этих собак сраных. Просрал все души, поэтому давайте пока походим здесь, посмотрим. Так, у нас тут засада, помню, была. Тихо. Иди ты со своей засадой. Вот когда они по одному, их еще в принципе легко ушатать с двух, с четырех, точнее, извиняюсь, тычек. На. Конечно, было бы хорошо, если бы с двух. Я про это просто думал, потому и сказал с двух. Так. Ну, все равно с четырех это еще не так уже тяжело. Я скажу, тем более, что наш меч, он наносит довольно быстро удары, поэтому... Тихо. А сюда, походу, можно как-то спрыгнуть, да? Вот здесь. Я так понял. Но сперва давайте зачистим все внизу, чтобы потом, когда мы вниз спрыгнули, на нас там не посыпалось.
Куча врагов. Невидимых, тем более. Бляха! Я тебя помню! Опять ты, как же ты меня задолбал! Я, блин, не устаешь меня задолбать, я смотрю. Да успокойся! Приморозим его! Хорош! Вот самое главное, что он офигенно обмораживается. Вот заметили, четвертая подача по нему, и так, такой типа звон, как будто осколок разбивается, и у него дофига здоровья сносит. Это хорошо. Жопа. Опять эти твари невидимые. Ну, блин, сколько их там? Ты еще их хер их увидишь. На! Сзади уже, походу, один пришел. Ага. На. Это мне уже больше нравится. Так. Подожди, что тут у нас? Ништячок, большой осколок, это полезно. А тут стен случайно нет? Иллюзорных. Вот я помню, когда в начале игры, скажем, первые 5 локаций или сколько, ни одной стены. Я постоянно типа говорил, где они, а может их в этом Dark Souls типа нет. Тут вдруг как-то одна за одной прям, сколько стен было в этом, в озере. В тлеющем озере локации. Теперь сколько стен тут, в Эритиле, тут одна стена за стеной просто. Так что надо глядеть в оба, а то мало ли. Ржавая золотая монета. Это, скорее всего, надо использовать ее, когда мы сражаемся с врагами, с которых может что-то ценное выпадать. Тогда есть шанс, что мы это ценное таки заберем. В принципе, может быть, надо бы один раз ее использовать, посмотреть, что будет. И чем она нам поможет. Чему бы и нет. Так, а вот это может уже слышишь, может это другая совсем локация, может там что-то новое. Мы типа с Эритила как бы уходим, хотя хер его знает. Сейчас ходим на разведку и узнаем наверняка. Ну тут точно тупик, тут как бы обрыв. И некуда больше нам сворачивать. Ладно. Ну такой ветер разгуливает. А чё ж тут слышишь такой ветер, а ни плащ мой не развивается, ни капюшон с меня не спадает. Как так? Эх, разработчики. Немножко нереалистично. Чё ж вы так-то? Так, тихо, чё? О, слышь. А, так это новая локация, это подземелье Эритила, смотри. Мы можем костер в принципе, зажечь. Но пока дальше особо не идти. Ну, тут срез, скорее всего. Сюда я пойду уже потом. Еще одно подземелье. Как будто, блядь, мне катакомб Картуса было мало. Теперь еще подземелье Эритила. Тоже тут надо шляться. Скорее всего, опять-таки, скелеты всякие там будут. Всякая такая поебень. Ладно. Хорошо. Тогда давайте я за кадром все-таки вернусь уже туда, откуда мы там начинали. Там, где были всякие эти собаки. Там, где на нас сиська нападала. Вот. И там уже потом продолжим идти дальше через этих невидимок. Я тут вот о чем так подумал. У нас же есть, в принципе, срез. Мы же срезали через вот костер церковь Ёршки. У нас, получается, есть срез. Там, где этот лифт мы вызывали. Правда, нам его сейчас надо будет снова вызывать теперь уже сюда, на этот этаж. Ну да, ничего страшного, в принципе. И мы сможем сразу к лифту и срезать. Это офигенно. Только тихо, сейчас не попасться. Главное, этим мудозвоном. А они, походу, пошли патрулировать туда. Вниз по лестнице. Вот туда идите, блин. А кто вот эта такая парочка, слышь, ходит? Одна такая худосочная, а второй типа мужик. Сладкая парочка. Блин, сейчас эти тоже за ними пойдут патрулировать. Вот там это точно стена тумана к боссу. Но к этому боссу еще надо как-то подобраться. И мне почему-то кажется, что судя по тому, как вот этот лифт, потом лестница типа наверх, скорее всего, та дорога к этому боссу и ведет. Там, походу, остается совсем чуть-чуть. И локация, если так посудить, не такая уже большая, как нам казалось изначально. Типа, что, о, это ж как Анор-Лондо, будем тут ходить, не переходить. Я что-то как-то не знаю, как-то все так очень просто. Хотя, может, ну так кажется. Ну, не знаю, как-то две серии, и вот уже скоро босс. Так. А тут давайте как-то быстренько, просто вот так. Тихонько. Собака, падла. Иди вон! Шапка тупая. Хорош. Ты там, твою мать, еще кидает. Ну, на. Все. Этих не трогаем больше.
И идем теперь опять сюда. Тут, блин, как-то надо разбираться, не знаю как. Тут столько дохера, что капец просто. Вот, уже понабегали. Блюдки. Блин, там маг. На, зараза, на. Ах ты, собака, слышь. Сюда подходь. Он еще исчезает. Урод. На, на. Ты, блин, чего у вас так много-то, а? Чего у вас, ёпта, сегодня так много? Где ты исчез? Или он убит уже, и хер его знает, блин. Вроде убили, а вроде исчез. Это надо подкатиться. Ах ты, сука, попал, все равно я ж катился. Я ж подлокатился. Да катись вон. Спокуха. Главное, вот просто спокуха. Это надо ушатать. Сразу, прямо так сразу. Прям сразу. Валим. Сколько вас там за мной еще гоняется, а? Ну, блин, размножаются, как, не знаю, как будто их тут специально выращивают. Идем магов достанем. И чем быстрее, тем лучше. Чтобы не мешали, падлы, воевать. Сука. Ага, ага, конечно. Ага, на. Бляха, иди ты вон. Ну, пронесло, ты смотри. Мы везучие сегодня, ёпта. Так где он там палит? Там один маг, один воин, подожди. Сейчас разгребем эту кучу навоза. На! А воин, падла, невидимку врубил. Вот тут он один, тихо. И внизу еще один. Хорош. Вот мы прорвались. Вот это мы, мать его, герои, подожди. Тут где-то кто-то был. Вот ты, падла, что ты дрыгаешь? Фу! Весь пол тупо засрался и блевотиной. Пилюля синих жуков. Это противообморожение? Да нафиг. Столы, блин, ах, офигенный столик. Че он тут запыливается? Слышь, я хочу себе домой только забрать. Раритет, между прочим. Антиквариат. Вот эта тумбочка. Комод прикольный. Блин, тут столько всего крутого, оказывается, в этом иритиле. Я потом закажу, чтобы мне это все перевезли в мой дом. О, подожди, это что? Лесенка. Это, скорее всего, ведет к тому ништяку, что мы видели, да? На балконе, вот тут. Вот где-то тут. О! Большой осколок. Тут слышите, больших осколков, такое ощущение, что ими тут как бы срут, наверное, все. Ну, конечно, тут все типа ледяное. То, что они хавают, оно затвердевает, потом оно под воздействием еще ледяного организма все это переваривается и превращается в большой осколок титанита. Вот мы открыли, как они производятся, оказывается. Естественным путем. Во, это то, о чем я думаю, походу. Это, скорее всего, стена тумана, и там, скорее всего, уже босс. Понтифик Салливан, да? Ну, естественно, я, походу, угадал. Потому что кто же еще тут будет боссом, если не он? Кто же еще тут будет всем заправлять, если не этот понтифик? Ах ты, бляха, у него коса! Ты смотри, что творится! Смотри, что тут творится. А какой шустрый-то, а? Косарик, мать его. А ну на. Хе-хе-хе-хе. Большая коса рыцаря понтифика. Нифига себе, охранничек. Эта коса прикольная. Мне, кстати, понравилась. Визуально. Только мне ловкости не хватит на нее. Бля, что такое? Собаки, да сколько вас? Вам не жирно так... Вот подонки, я вот более чем уверен, что это они стопудово охраняют понтифика. Это он уже за этим туманом находится, и мы сейчас до него доберемся, если пройдем. А мы пройдем, а мы пройдем, сука, идем, говорю. Не лезь на рожон, не лезь на рожон, чувак. И лучше выпей эстус и закуси чем-нибудь. Не бегай за мной, дебил. Ты прекратишь сегодня или нет? Вот урода кусок, я тебя запомнил, все, я тебя сфотографировал, понял? Так, я вас сжегся. И сейчас, надеюсь, нас уже ни одна собака не ушатает. Все, я от вас, ребята, устал. Ты тут один, нет? Бляха, ну зачем поперся сюда, дебил? Выпей.
Походу один. А один, как известно, в поле ни хера не воин. Бляха, ты чё? Спокойно. Тихо, 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 тихо. Давай. А теперь давай. А теперь на. А теперь на. А! Собака! Ты так не люблю, когда я так делаю. Лузер. Какую ты руку протянул? Не протяну я тебе милостыню. Может быть, это зажать в клещи? Чего? Кого в клещи? Твою жопу, которую он отставил? Не надо ничего там зажимать. Разве что расширитель туда вставить. Но это уже совсем другая история. О, это понтифик, да? Это твоя статуя? Понтифик Салливан, нет? Ты таким был, ты нет? Будь у меня юноша. В смысле? Ты мужеложец, что ли? Да еще и этот по юношам? Офигеть. Ну, я, конечно, знаю, что церковники те еще грешники, но чтобы настолько... Будь у меня юноша. Пошел ты в жопу, старый пердун. Много ты хочешь. О, кстати говоря, тут нам Элен советовала не просрать вызовы. Подожди-ка. Туда можно спрыгнуть, я помню. Там будет ништяк, но я пока прыгать не хочу, потому что... Я сперва хочу сразиться с понтификом, потому что я знаю, у него зажжется сразу костер, потом, как только мы его убьем, зажжется костер, и мы сможем потом легко и быстро перемещаться. Так что сперва даем ему бой, а потом уже идем дальше. Анри из Асторы. Слышно, ну же Анриху можно вызвать. Но теперь она не станет уже моей супругой, потому что, блин, потому что мы просрали узурпацию огня, как мы могли. Дебилы. Это печаль на самом деле, до сих пор обидно, ну капец. Обидка. Чернорук Готтард, вот. Вот нам его надо вызвать, и он даст нам какой-то жест. Плюс еще нам надо вызвать темную тень из Лондора. Она тоже нам жест даст. Подожди, а что не могу вызвать сразу двоих? Или могу, просто тут это был знак вызова, наверное, кого-то игрока, и он убрался. Жест мне давай. Клянусь своим мечом. А я видел, как этот жест типа показывается. Я, в принципе, его пока что показывать не хочу. Пускай будет так. Почему? Где тогда темная тень из Лондора, вот не пойму. Еще как бы она должна вроде как вызываться перед понтификом. Готтард, потому что ты теперь съебешь? Я понтифика как-то сам хочу ушатать. Не знаю, помощь мне как-то не нужна, пока не знаю. Может, он там настолько окажется сложным, что я потом тебя позже вызову, но пока слава, юноша. Они, блин, намекают, что все эти, короче, статуи этих понтификов, они все, короче, были мужеложцы, да еще и педофилы. Святоши херовы. А что почти там такое? Сюда можно спуститься. Тут еще чей-то призыв. Хьюго Стиглиц. Ага, конечно. Ой, бляха! Готтард, разберись. За меня, чувак. Давай, хорош. Мочи их сам. Я в тебя верю. О! Проткнул. Помогу тебе так и быть. А я пока тут посмотрю, что тут полезного можно подцепить. Уголь это хорошо, чтобы еще таких Готтардов навызывал. А это, походу, срезик. И он ведет куда-то, куда-то... Ох ты, бляха. Готтард, иди сам разберись. А, я понял, куда он ведет. А что тут маг забыл, слышь? А, мы его убивали, помню, он тут был. Тогда все окей. Все правильно, так и должно быть. Иди сюда, ублюдок. Тут маг где-то что-то... Бляха, Готтард, прикрой мне жопу. Спокойно, спокойно. Ну мочи его, Готтард, ты че, блин, за мной бежишь? Я тебя там оставил, чтобы ты с ним сражался, а он за мной бежит. Не офигел ли, пацан? И где бледная тень из Лондора, а? Спугини. Чё, блин, за херня? Ну там знаков вызова точно нет. А бледная тень, по идее, должна быть где-то возле понтифика. Где-то вот тут оставляют все знаки. А вот это вот чье? Ну это ж Анри из Асторы. Безопасная зона. Да блин. Нахера мне ваша безопасная зона? Может, эта бледная тень, слышь, не вызывается здесь уже?
Она ж к нам вторгалась, мы ее как бы ушатали, поэтому она, скорее всего, не вызовется на помощь. Что-то мне так кажется. Вот что-то такая чуйка у меня есть. Ну тут она точно свой знак призыва не оставит, скорее всего. Конечно, все может быть, но... А, не прыгать туда! Хорош. Ой, хорош, молодец. Ой, блин, текай оттуда. Тихо. Красавчик. Давай, Готард, вместе разберемся. Вместе веселее, давай. Тихо. А невидимка где? Тут он их сам ловит, он их сам видит, походу. Молодец. Красавец. Вот зато я тебя уважаю, что ты более зрячий, чем я. Это мне в тебе и нравится. Ценю такое в людях. Так. Ух ты, бляха-муха, сколько вас. Я вот, честно говоря, реально не знаю, это бледная тень из Лондора, она вызывается тут или не вызывается. Давайте, наверное, сейчас я за кадром еще немножко поищу, побегаю. Если таки не найду, то ладно, так и быть, уже пойдем к понтифику сами и с Готардом, или фиг его знает. Готарда, может, надо кого-то отослать. Кот, когда он уже уйдет отсюда? Я не знаю, сколько он будет бегать. Короче, побегаю пока за кадром, чтобы Готард отвалил. И поищу еще этот знак вызова. Хотя, ну, блин, тут днем с огнем его как бы не сыщешь, потому что, скорее всего, его уже и не будет. Мы что, убивали тень. Ну да фиг знает, поищу. Короче, знаешь, в чем самая фейловая херня? Я разузнал, что, оказывается, эта бледная тень из Лондора союзником нашим не будет, потому что мы предали Юрию. Потому как мы же убили Пилигрима тогда, вот, в порыве ярости, в состоянии аффекта. И узурпацию огня концовку мы просрали, поэтому к нам и вторгалась, между прочим, эта тень здесь. Иначе бы она к нам не вторглась бы, она бы была нашим союзником в бою с понтификом. Потому знака нету, нету жеста, она там обучает какому-то жесту. Ну вот так вот, как-то так. То есть когда будем уже новую игру с плюсом мы проходить и на узурпацию идти огня, тогда уже, возможно, мы таки все сделаем как надо и... этот жест получим. Ну а пока, не знаю, чернорук Готард от нас немножко оторвался. Я специально от него оторвался, чтобы он нам тут не мешал. Пойдем тогда к боссу, посмотрим, что парирование поможет. Ну не знаю. Поможет нам один бог. А бог это я, поэтому я сам в себе уверен. Все. Погнали. Понтифик Салион. Он падла стоит. Слышь, святой отец. Ты должен говорить от моего имени, а ты от моего имени херню всякую делаешь. Фига себе, хоралы пошли. Эй, ты! Ты во что еретил превратил, сука? Эй! Ой, фига себе. Крутой у тебя меч! Бляха, еще себе! А как с тобой драться тогда? Блять. Это уже нехорошо. Тихо-тихо, иди отсюда. Нифига у него здоровье. Бля. Тут валить надо. Ух ты, бля. Да это жесть, это все. Салливан, отстань. Может, я его таки законтачу заклинаниями, нет? Шансы есть. Он как-то медленно передвигается. Но быстро атакует. Блин! А! Собака! Я чувствую, это будет, наверное, пока самый сложный босс из всех, которых мы видели. Так. Реванш, погнали. Тут самое главное, скорее всего, понтифика просто не подпускать к нам слишком близко, потому что он тогда вблизи просто ходячая машина для вот этого вот. Сволочь ты, понтифик, иди отсюда. Тихо. Ну, никакого эстуса на тебя не напасемся сейчас. Раз. Два. Надо его, главное, только расстрелять и все. Погоди, погоди. Пошел вон. Спокойно. О, хе-хе-хе, как мы увернулись-то круто. Хорош, теперь пошли быстренько заберем наши души. Хорош. Ты-то, блин, слышь, понтифик, так понтифик. Это тебе не какие-то там... разжиревшие дьяконы глубин. Это понтифик, мать его, так. Вот это уже вызов. Это уже реально вызов. Подожди, блять.
Надо пойти своей Харе и раздербанить все эти кресла, чтобы они нам не мешали тут прокатываться. Потому что нам надо площадь, нам надо много места. Зачем тут понаставляли? Тут все равно никто не молится. Нахуй все эти скамейки. Тихо. Понтифик! Иди! Да блин, вот это вот его дальняя атака мне просто выводит из себя. Тихо, спокойно говорю. И ты слышь! Какой борзый-то! А что у тебя там за корона на голове? Дай я посмотрю. Блин, оленьи рога как будто бы показались. А тут, оказывается, ж можно просто срезать сейчас и не бежать уже через кучу этих собак, кучу невидимок, кучу всяких врагов, которые нам уже просто в печенках сидят. И уже даже не в печенках, уже даже, блин, в печенках печенок они сидят у нас. Поэтому мы, короче, сейчас срежем. Я покажу, как тут охуенно можно просто срезать. Просто вот вообще красавцы сейчас мы будем. Смотри. Идешь вот сюда. От костра. Церковь Ёршки сюда. И там вот мы открывали ворота эти. И тут главное сейчас просто не нарваться на всех этих врагов, которые тут нам подстерегают. Вот эти вот твари. Тут он сбоку один, короче, кто-то там, походу, тоже вот такой вот страж понтифика. И, короче, просто от них вот так вот быстро сваливаем. И мы уже на арене, смотри. Здравствуй опять, Салливан. Сволочь, Салливан. Ты, блин, давай сдавайся, хорош. Что там, блин, кто там толпится? Давай, загорайся. А, не, подожди, давай пока себе место прочистим. А потом будем... А, Салливан уже прет на нас. Хорошо, ладно. При сюда. Я пока себе немножко тут это... Хе-хе, область сделаю. Иди, блин, отсюда, слышь! Какой борзота. На. Блин, он отклоняется. Ты смотри, он еще хер попадешь. Ну это понтифик, так понтифик. Да слышь, вот это выкрутасы. Ты где такому научился? Ты же должен, блядь, сидеть был в Ватикане, сука, молиться, слово мое диктовать людям, наставлять на путь истинный. А ты, сволочь, что делаешь? Иди ты вон! Мы у тебя хоть половину хп снесем сегодня, нет? Ну и понтифик, блин. Иди, иди отсюда, иди от... Тихо, блин, смотри. Я... Как? Сука, ты смотри, что творит. С одной вертухи нас упетлял. Так. Опять, короче, своей харе все чистим. Давай, давай, тут больше некому сидеть, серьезно. Тут нету никого, кроме понтифика и его злобы и гордости. Иди сюда, сука. Я тебе сейчас за эретил буду вставлять. Ты что с эретилом сделал? Ты нахера его заморозил? Раньше была Норлонда, как и Норлонда, да, сейчас что? На. На. О, вот там и стой. Вот это отлично, мы каркут, слышь. А все-таки надо стулья пожалеть. Некоторые стулья надо оставить, потому что понтифик тогда в них застрянет. И будет вот такая вот слепая зона. И мы сейчас его, суку... Подожди, что он такое? Все хорошо, пока нормально. Держимся, смотри. Красавчик, там и стой. Так ты мне больше нравишься. Эп, ты куда? Ты чё? Он... ты хоть бы предупредил, что будешь атаковать сейчас. Дебилище ты. Иди вон. Иди, говорю, вон. Типа, тихо-тихо, дай хоть запить чё-нибудь. Дай хоть чё-нибудь запить, подожди. Там мои эти, мои кровные. Давай, забери. Вот это жесть, вот это он обманул нас. Он опять застрял, нет? Нет, он пошел, вот сейчас выходит оттуда, тихо. Да пошел ты! Я думал, ты застрянешь там, ублюдок, а ты там не застрял. На, иди отсюда. Тихо-тихо, что такое? Ты что, тварь? Это вторая фаза. А что это у тебя закрыли? Ах ты, хереть! Что это закрыли у него отросли? Что нам теперь делать? Так, спокойно. Ух, нихера себе, что творит? Там какой-то второй понтифик уже. Бляха! Он тень какую-то создал. Да ну нахер, как его убить? А народ, кто знает? Бля! Сука! Пошел ты вон! Да ну нахер тебя! Понтифик сукаливан, блядь, иди отсюда! Подожди, выпей! А как эту тень умотать? А тень пропадает на какую-то... Подожди, не, нихера не пропадает. Уже пропал. Нет, нихера не пропал. Да, блядь, чё ты обманываешь меня, тень? Сраная тень. Он хорош отворачиваться от моих ударов. Мне не напасешься пепельного эстуса на тебя, собака. Вот так вот надо по всей арене от него сваливать, и все будет хорошо. Блин, ты можешь быстрее валить, нет? Мочи, мочи, мочи его. Мочи понтифика. Ах ты, ублюдок. Ах ты, урод.
Какого? Нет, 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 нехорошо совсем, вообще нехорошо, вообще нехорошо, вот вообще нехорошо, сука. Навызывал тут, блин, слышь, вот это да, это самый эпичный босс, наверное, в серии. Опять вызвал свою сраную тень, он сразу, короче, вызывает ее, как только появляется вторая фаза. Это плохо, это херово, но мы будем как-то тащить, подожди. О, как тут тащить, сука? Спокойно. Вообще, блин, разобсели все в мое отсутствие. Я не понял, что такое. Если, блин, диаконы не поклоняются Иисусу, если странный понтифик ему не поклоняется, вопрос. Нахера тогда вообще второй раз воскрес? Ну, что это за бред? Короче, у меня просто охеренная тактика против понтифика родилась в голове. Первое, что я сделал, поставил кольцо ведьмы, которое значительно нам усиливает пиромантию. Второе, я взял прах ложа хаоса, который мы недавно вытянули у Лудлита. Ложа хаоса нам в этом сейчас поможет, потому что смотри внимательно, сколько здоровья оно у этой твари отбирает. Смотри внимательно. Тихо. А, тихо, подожди-ка. Спокойно, а теперь, о! Херак! Не, подожди, это он увернулся, стои... Ай, бляха, подожди, о! 436, ты видал? Это можно его, блин, только так умотать. Ну, пока умотали нас. Но тактика хорошая, давайте будем ее придерживаться. И дай боже, сейчас мы, короче, его таки распетляем. Так, тихо, спокойно. Блин, не увернулись. Аккуратно. Аккуратно. Сейчас, 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 сейчас. Теперь вот так. У него вторая фаза, у меня уголь. Тихо, блин, да зараза! Сейчас просрем уголь, только зря. Подожди. Это была тактика такая, блин, взять уголь, как только он вторую фазу свою врубит. Да ну нахер, ты иди отсюда, слышь? Давай! Ложе хаоса, помогай! О, мы тень убили! Спокуха! Иди, блин, отсюда, понтифик сраный! Воу-воу-воу-воу, что он там твой? Нифига себе! А! Жесть! Валим отсюда! Пей! Тихо-тихо-тихо! Чё творит-то, а? На! Жри! Ублюдок! У-у-у! Эстус пепельный давай! Жри! Пепельный жри! Да с-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 
Давай, где мой Эстус? Бляха! Выпей! Хорош! Подожди! Салливан, на! Ох ты, ублюдок! Тень! Надо убить тень! Спокойно! Спокойно! Ух ты, мразь! На! Чтоб ты, падла, сдох, ёб твою мать! На! Да ну когда ты отходишь постоянно-то? Ну никто там вообще опупел! Давай! Да какого тут услышь? Вот это, подожди, тихо, 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 тихо. Вот эта схватка пошла! Тень убили! Эстус пепельный! Твою мамку! Салливан! Перестань! Да, блядь, Салливан, так нечестно уже! У него, блин, чем-то звуки напоминают мне, блядь, дымного рыцаря. Где мой Эстус-то? Блин, не долистал до Эстуса, собака, не долистал, не дал мне, падла, запиться. Ну, почти ты видал, сколько у него осталось-то, ну. Спокойно. Сейчас все будет. Тихо. Вот не надо было так говорить, что сейчас все будет, потому что сейчас, походу, нихуя не будет. Тихо, блин, да понтифик. Я ж почти-то, почти-то. Ну почти-то. Сука, почти. Как? Ты видал? Там осталось на один раз пернуть и все.
Ну! Тихо, 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 тихо! Спокойно, я даже слышу, я даже не возжигался. Охереть, давай! Тихо! Еще один удар. Блин, Эстус! Эс! Туп-туп-туп! Дурак! Бляха, давай! Все! Нет! Нихуя не все! Вот так тебе, сука! Тихо! На, на, на! Ха-ха-ха-ха! Блин, да неужели? Ух ты, ёшкин кот! Охереть, душа понтифика Салливана, наконец-то ты у меня. Фух, бля. Не, ну согласись, это, наверное, самый пока эпичный босс из всех, которые мы тут встречали. И с другой стороны, он как бы и самый сложный у нас был. И с третьей стороны, он мой самый пока любимый босс из всех, которых мы тут убивали. Это, блин, это шикарно. И с чем нас я и поздравляю, мы только что убили главного злодея Dark Souls 3. Потому что немножко про него, короче, прочитал на разных там сайтах. Мне было интересно, с кем я все-таки вступил в схватку, кто это такой, что он вообще задумал, почему он постоянно на нас насылал всяких там ледяных собак, ледяных своих этих рыцарей, кто он вообще, блин, этот понтифик. Он, оказывается, единственный, походу, босс, не считая, походу, этого, как его, как же его звали-то, в катакомбах Картуса там был такой, Вальнир, во. Не считая Вальнира, кто все делал, типа, в свою выгоду. То есть, понтифик — это главное зло Dark Souls 3. Он тут где-то спрятал Олдрика, он где-то его тут запер. Олдрик — это, ну, второй, кого нам надо посадить на трон. Вот, второй повелитель пепла. Мы его ищем, этого пожирателя богов, дальше. Скорее всего, он находится вот там, он за той аркой. Но продолжим поиски уже в следующей серии. Пока давайте просто вздохнем с облегчением, что наконец-то понтифик Салливан повержен. Больше Иритил никто не терроризирует. Все у нас теперь хорошо. Осталось только найти всего-то вновь повелителей пепла. Посадить их жопами на троны. И все будет хорошо. Кто такой? Это тоже понтифика убил, да? Ну иди ты. Я его убил лучше, чем ты. Я додумался до праха ложа хаоса, охеренно. Вот, продолжим поиски Олдрика уже в следующей серии. А пока что оставайтесь с нами. Всем удачи, всем до новых встреч. Подписываемся, ставим лайки. И всем пока-пока.